Это украинский бронекатер, артиллерийский Кременчук. Он вооружен двумя 30-миллиметровыми пушками в управляемых башнях. Имеет надстройку. Внутри, кстати, много гражданского общепромышленного оборудования и американские рации Харрисон. Из интересного. Вторая аналогичная носовая артиллерийская установка находится вот на корме. Что сказать? Вот такими вот бронекатерами украинский флот, используя так называемую тактику волчьих стай, которую они для этого разработали, должен был с помощью большого количества захватить господство в Азовском и в Черном морях и противостоять российскому флоту. Как говорили на Украине, таких катеров будет больше, чем российский флот способен одновременно уничтожать цели своими современными ракетами. Ну, как мы видим, собственно, ничего из этого не получилось. Этот катер находится в порту Мариуполя, захвачен донецкой пехотой. И в итоге никаких морских сражений, никаких волчьих стай и никакой борьбы за превосходство на море вообще не произошло.